Выборы глав и советов депутатов поселений прошли в большинстве муниципальных образований Ленинского района в прошлом году. Исключением стал совхоз имени Ленина. В нынешнем году граждане и здесь сделали свой выбор. При избрании главы поселения безусловным лидером голосования стала Елена Добренкова. 83% набрала Елена Ивановна. У остальных кандидатов 9%, 2%. Комиссии было комфортно работать, хорошо, в общем-то, все было в нормах закона. На церемонии вступления в должность присутствовали вновь избранные члены Совета депутатов поселения, общественники, представители местной администрации. Торжественно клянусь соблюдать устав поселения, уважать и охранять свободы и права человека, гражданина, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы, доверенную власть употребить во благо жителей сельского поселения совхоз имени Ленина. В соответствии с уставом поселения, именно с этой минуты Елена Добренкова на абсолютно законных основаниях может исполнять обязанности главы поселения. Заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин зачитал приветственный адрес главы Ленинского муниципального района Валерия Венцеля. Убежден, что ваша дальнейшая конструктивная деятельность поселения даст дорогу новым планам и перспективам. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в работе во имя процветания поселения и Ленинского муниципального района. Глава Ленинского муниципального района Валерий Николаевич Венцель. Выбор местных жителей указывает на их безоговорочное доверие давнему руководителю муниципального образования. Теперь Лена Добренкова продолжит реализовывать планы как на ближайшее будущее, так и на длительную перспективу. В эту субботу уже день поселка. Соответственно, 22 числа мы вместе со всеми принимаем участие в акции «Посади дерево». 30 у нас сентября традиционный звездный сад. А из глобальных планов это строительство и открытие бассейна. И, конечно, развитие культуры и спорта. Впервые на должность главы поселения Елена Добренкова была выбрана в 2009 году. Она имеет много наград, в том числе знак губернатора Московской области «Благодарю» и знак главы Ленинского муниципалитета за личный вклад в развитие района. Во всех мелочах она их не видит в работе. Каждая мелочь для нее – это огромная задача, которую она должна выполнить и решить. И независимо, касается это либо, собственно говоря, персонально какого-то обычного жителя, либо какой-то государственной, или промышленной, или субъектовой задачи. Также свое удостоверение получили вновь избранные депутаты Совета депутатов сельского поселения совхоз имени Ленина. Максим Козлов, Владимир Бежонов, Евгений Садовский. Видное ТВ.